На краснодарской таможне изъяли ягуар. Автомобиль пытались провести из США по поддельным документам, задекларировав как культурную ценность. Но проверка выявила, что американцу приписали лишние 10 лет. На самом деле модель выпущена в 1992 году, и за нее нужно платить пошлину. Примерно 2,5 миллиона рублей. Хозяин пытался обжаловать это в суде, но безуспешно. На него возбуждено уголовное дело за уклонение от таможенных платежей.